Ребят, всем добрый вечер. Поскольку я сегодня целый день занималась уборкой, готовилась к завтрашнему дню, я отмыла весь дом, я так к Пасхе не убираю, да, я даже пыль с люстры смахнула. Вот, поэтому я ничего абсолютно не приготовила. Я думала, чем мы будем ужинать. Ну и, как всегда, нашла выход, да, мы приехали в кафе, сейчас что-нибудь возьмем. А потому что все продукты, которые есть в холодильнике, я не разрешаю к ним категорически подходить. Я говорю, что это все на завтра, и не дай бог, хоть кто-то посмеет отрезать, откусить, я не знаю, или вообще тронуть. Всем прекрасно, то, что на ужин.